УБН отказалась давать комментарии, но местные службы охраны порядка утверждают, что пожар в национальном парке Секвойя начался на огромном поле марихуаны, спрятанном высоко в горах. Местным пожарным поступил звонок, в котором сообщили о пожаре, прежде чем огонь распространился по лесу. На пожарище были обнаружены обгоревшие тела, и следователи службы лесной охраны подозревают, что пожар — результат борьбы между бандами Южной Калифорнии, занимающимися торговлей наркотиками. Забирай манатки, пока нас не засекли. Копы уже нашли Диона? Да найдут они. Ладно, пора выдвигаться. Посадите его под замок за употребление. Круглосуточный надзор. Ладно, Эванс. Твой братишка выведен из-под огня. Можем начинать. Эванс, слушай, ты должна кое-что сделать. Что именно? Если тебе попадутся бандиты с современным оружием, незаметно возьми его и отправь в лабораторию ФБР. Зачем? Мы подозреваем, там может быть оружие, которое контрабандой уходит к картелю в Мексику. Если пушки вновь всплывают в Штатах, это показывает, насколько картель расширил свое влияние. Я постараюсь. И держи это в тайне, Эванс. Если оружие попадет к твоим напарникам, это загубит нам всю операцию. И сколько там будет этих придурков? 2, 5... Двое. Снаружи. А внутри? Может, и 20. Серьезно? 20? Черт, вот бардак будет. Эванс, когда будете наводить шухер у роллингов, постарайся незаметно влепить там жучок. Возможно, мы сумеем выяснить, что связывает их с Аранья. Попробую, но это будет непросто. Главное, чтобы твои напарники не заметили. Это дело ФБР. Кто-то пытается тебя разозлить, Эванс? Ха, я бы на это шоу посмотрел. Мало тебе не покажется. Чё за чёрт? Чё это за придурки? Я тебя прикончу, сукин сын! Брось его! Наверх! Живо! Время для старой доброй драки! Бью я не по-детски! Я тебя урою! Ну пошли, вывернем все наизнанку! Что мы тут ищем? Что угодно, что попадется. Деньги, оружие, наркоту. Все, что не сможем унести, уничтожаем. Нам надо разозлить этих мразей.
Сюда! Быстрее! Небольшая премия. Вот черт, от этого они просто озвереют. Хуже, чем подстреленный медведь. Пометим тут все и сваливаем. Поверить не могу, что я это делаю. Мы просто слегка гоним волну. Пошли отсюда. У них тут небольшое нашествие паучков. Черт! Ты слышишь? Только не попробуем в рукопашную? Я так не могу, это неправильно! Или мы, или они. Давай вниз, прячься! Черт! Гляди! Справа! Держите их! Что? Прямо под огонь? Быстрее! Куда нас занесло к чертям? Где машина? Заткнись! О, черт! Лево! Впереди! Ложись! Они вот там! Тебе конец! У всех о, есть вот патроны! Идет по-взрослому! Эй, вон они! Справа! Сюда, за мной! Берегись, в сторону! Мать его! Сука! Они уже здесь! Эй, назад! Времени нет, копы вот-вот прибудут. Эванс, ты будешь стрелять или как? Нашел кого учить! Слева! Впереди! Они нас об... Их слишком много! Ложись, ложись! Попробуй пригоняй их впереди! Да, это круто! Живыми не уйдете! Береги! Выходи, ну-ка! Сзади! Сзади! Прикройте! Я их вижу!
нас обходят! Впереди! Черт возьми! Это последний. Если бы не мы, тебя бы уже похоронили. Меткий выстрел. Берегись, дерьмо! Да, это круто. Сзади! Береги голову! Черт возьми! Если бы мы тебя не прикрывали, тебя бы уже похоронили! Вроде чисто. Пошли. Больше никого не видно. По-моему, мы все. Пошли! Вот дерьмо! В укрытие! Это полный звездец! Нам... Давай, давай! Справа! Давай, беги! В укрытие! Давай, давай, вперед! Валите их! Все, что вы скажете, нельзя будет использовать против вас, потому что вас закопают, ублюдки! Готовы надрать им задницу? Отрезать! Черт, ты вообще стрелять умеешь? Вот это и есть вершить справедливость. Вот и все. Я ничего не делал. Сделаем этих пендехов! У тебя есть право сдохнуть, и если тебе нужен адвокат, тем хуже для тебя! Скорей, в машину! Живей, живей! За нами погоня! Стряхни их скорее! Сейчас попробую! Они не отстают, суки!
машину! У нее пушка! Слева! Отсюда к чертовой матери. Скорее всего, полиция перекрыла все окрестности. С полицией я разберусь. Ну ты как? Там были знакомые ребята. Что же мы творим? Не всегда все проходит гладко. Мы не гангстеры. Мы стражи закона. Все зашло слишком далеко. Подождем, посмотрим, что из этого выйдет. А пока нам есть чем заняться. Появился новый след? Вроде как. Пропало несколько девушек. Картель торгует живым товаром? Картель во все дерьмо лезет, куда достанет. Мне звонила осведомительница. Ее подруга исчезла. Думаете, это Мендоса? Это я и хочу выяснить.